Доброе утро, Севастополь. Я Макс Рудов. Мы сегодня будем готовить завтрак для вас. Сегодня мы будем готовить оладьи. Оладьи мы будем готовить с яблоком. И у нас есть немножко миндаля туда-сюда. Так, для оладьев нам понадобится мука. Одно яйцо. Сейчас мы это дело все перемешаем. Сметана. Или кефир. Так как у нас сметанка, а не кефир, мы немного это разбавим молоком. И подготовим начинку из яблок. Яблоко мы почистим и нарежем мелким кубиком. Вовнутрь можно положить банан, но банан в процессе жарки тоже дает немного влагу, поэтому его либо надо крупно нарезать, ну, либо банан подавать к оладьям. Может быть, его немного размять, перемешать с медом. Еще раз это дело все перемешаем, разогреем нашу сковороду. И будем жарить. Итак, будем перекладывать. Будем мы это дело делать следующим образом. Оладик. Немного меда. Миндаль. И погнали по кругу. Оладик. Немного меда. Миндаль. И еще один оладик. Сливочное масло. Нам больше не понадобится. Мед. И миндаль. Наш завтрак готов. Приятного аппетита.